Продолжаем, дорогие друзья, всех рад приветствовать. Лайкосы, подписочка, комменты на Метро Редакс. Переиздание культовой игры 2010 года. Итак, мы прощаемся с Ульманом и отправляемся с полковником Мельником дальше по пути решения проблем устранения черных. Ну что, забираем нашу главную игрушку и уезжаем. Братишка, береги себя. Удачи тебе. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Да, спасаем человечество. Глава 7, башня, ребят. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Это именно та, ребята, битва, с которой началась вообще, в принципе, оригинальная игра, а также переиздание. И через пару минут вы увидите. Как добрались, товарищ полковник? Что это за тут? Слышите? Приготовьтесь, какого ребята, чёрта? Сейчас будет... встреча с упырями. У нас есть, в принципе, все стволы, так что давайте. Готовьтесь. АК, дрободаны, все, что можно. Ну что, ублюдки? Спокойно. Давай, 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 работай. Блин, ребята, ну скину-то, пожалуйста, прикройте. Блин, охренеть, сколько же их, а? А, блин, у меня тоже патроны. Аккуратней, пошел ты. Сука. Ёб твою мать, еще и демоны. Ребята, прячьтесь быстрее. Ох ты ж, блядь. О! О! Просто минус два. Класс. О! Демоны эти, это просто тоже трэш. На, сука, давай, гасите этого ублюдка. Полковник, брат. Да все вроде норм. Надо быстрее валить отсюда. Так, все, я отстрелялся. Давай, пошли. Подожди. Да тут. Давай, сейчас подожди. Да что вы, сука? Так, 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 полковник, ты где? Да. Я нихера не пойму, где он? Куда он убежал-то? Куда полкан-то делся? Артём! Да. Сюда! А, вот ты где, спрятался, да? Нам нужно убираться отсюда. Сейчас фильтр поменяй, подожди. Где патроны-то голдовые? А, у меня их нету. А, нет, есть почему. Остались мы только с тобой вдвоем. Да сгори ты, сука. Да я бегу как могу. Давай, 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 давай. Ты же сам говорил. Бегом, бегом, бегом. Давай, товарищ полковник, быстрее. Давай, 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 давай. Я крою. Давай, давай, не тормози. Ёб твою мать. Блять. А как так-то? В смысле, ты мне хочешь сказать, что я сейчас типа от тебя убежал, меня демон закрыть? Все серьезно, что ли? Ну, бред, конечно. Мне аж прям стрёмно стало вот это. Слева, а не слева! Здесь справа!
То есть, типа, на тебя демон напал, ты, типа, отошел от полковника и все, да? Не, ну это, конечно, ни о чем. На этот момент мы прям десантируемся. Так мы вроде на земле находимся, а десантируемся с высоты минимум 700 метров. Так, кому-то больше нравится. Минимальная высота прыжка. Не очень. То есть, если ты отошел от полковника, тебе нападает демон, и ты проиграл, да? Понятно. Блин, на них так патронов не хватит, этих ублюдков. Ну давай же! Ты где? Давай, пошли! Да ёб твою мать! Нам нужно убираться отсюда. Я не знаю, чем мы тормозим, надо было просто бежать, да и все. В чем проблема-то, полковник? Давай, быстрее. Ну что, мы идем или стоим? Да, конечно, быстрее надо, блин. Меня уже съели до этого один раз. Заходим, давай, а давай, 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 давай. Смотри, комната жива. Почти попал. Было бы кому рассказывать. Мы еще не выбрались отсюда, чтобы что-то кому-то рассказать. Мы как бы невидимые. Уверен? Да и вкусно не очень. Да? Меня уже раз съели, я не знаю, наверное, все-таки зашло им. Нахрена эти патроны-то зарядил-то? Зачем ты их зарядил-то? Объясни мне. Стой! Блядь! Куда вперед, стоять-то? Вперед! Ты видишь, что происходит вообще, а? Тебе тихо. Пошли. Давай, 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 быстрее. Патронов вообще ни хрена нет. Теперь надо найти путь наверх. Сюда. Пойдем. Нам нужно подняться на башню. Я очень искренне надеюсь, что я попаду на концовку альтернативную, не которая, ну, как бы принята всеми. Нужно отправить арт-удар на черных. Я где-то надеюсь, что все-таки она будет у меня альтернативная. Да. Вроде я очень много позитивного делаю. Да, путь наверх. Ну что, полковник? Вперед, наверх? Как есть вы думаете? Мальчишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давайте попробуем. Если получится. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Запустил. Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче. В армии всегда весело. Независимо от рода войск. Приехали. Вот это я прям прикурил, да? Вот он. Вот он, как выглядит город с высоты Останкинской башни. Да. Да, вроде нормально. Ага. Живой вроде. Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель открыта за облаками. Мы поднимаемся, прием. Фига, тут даже на башне документы еще есть. Ладно, Артем. Да. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Я понял, я иду. Оп! Да иди ты нахрен, урод, блин. Сука. Мутило, блин. Так, полковник, ты там где, наверху? Сейчас я бегу к тебе. Ох ты, сука. А? Вот, сука, а ты смотри, что делает этот демон, а? Так. Давайте-ка. Тихо. Сзади,
вроде как бы нормально все у меня сзади-то. Так. Полковник, ты где? Молодцов! О, здорово, брат. Ульман, как слышите? Все нормально? Отбили нападение демонов. Продолжаем подъем. Ох, ёб! На связи, Мельник, да Мельник! Стреляй, ты уже урод, сука! Артём, Мельник, прием! А, полковник, как вы? Как у вас там? Вот чёрт! Нормально все с вами? Нет, полковник! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артёмом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. А. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артём. Я понимаю. Слишком густые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках. Полковник, вы только не умирайте. Я сейчас все сделаю, вернусь за вами обязательно. Берегите себя. Так, давайте. Ой, куда же тут? Подожди, сейчас надо вспомнить, куда идти-то. Блин. Так. Ага. Так, давай. Вот он, лифт. Так, подожди. Или нам лифт не нужен? Нам лифт не нужен. Это только будет конечный результат. Не туда. Не понял. Так, а здесь можно пройти? Никак нет, да? В смысле, а что за дела-то? Блин, ну что такое-то, а? Ну... А, действительно, точно, да. Сюда. Так, погоди. Что-то я не понимаю, куда идти-то? Лестница точно. Так, давай, Тёма, давай. Не надо падать, брат. Давай, братишка, я в тебя верю. Давай, Тёмка, давай. Сейчас все только от нас зависит. Давай, брат, молодец. О, полетела лестница, охренеть, блин. За секунду до, как называется, да? И мы бы просто поцеловали бы плац. А лететь я даже не знаю, сколько там вообще. Я даже не знаю, высота, наверное, километра 3-4, в лучшем случае. Это как с люхи прыгать парашютным десантированием. Как любил говорить Мельник, да? Так, окей. Фильтр я заберу, потому что я не знаю, сколько по времени меня это будет все занимать. Да, я здесь. И может слышать нас. Это точно. Я слышу вас прекрасно. Артём, да, да, Ульман, слышу тебя. Слышу тебя, Ульман, да. Блять. Сука, связь конченная. Чё за такое происходит, а? Чё, давай, сука, иди сюда. Давай, Тёмка, давай. Мать его нахрен. Опа! 5 баллов, хорош. Дубль 2. Гнали еще разок. С одной заметку нашел, я проглядел. Ну, я просто бегу быстро и как бы по сторонам не смотрю. Ну, видимо... Суждено так было вернуться, чтобы забрать эту заметку. Да почему ты не запрыгиваешь-то на нее, еб твою мать, а? Ладно, третий раз тогда давай. Так, погоди, ну как-то же должно все это работать, а? Да, блядь, что ты допрыгнуть ты не можешь, сука? Чё за херня-то, а?
Ну, молодец. Давай, давай, давай. Держись, брат. Не вздумай падать. Так, все, полезли. Давай, 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 давай. Главное не упасть. Надо разрубать лед по этим кипелям. Дальше двигать наверх. Так, Тёмка, давай, давай. Я даже не представляю, как он залазил по полу. Я не знаю, как он вообще это делает. Просто там температура нереальная. Плюс еще скольжение, плюс холод. И я, если честно, не знаю, как бы он это делал. Просто как бы непонятно. Вот реально. Как бы он туда залез, хрен его знает. Зачем они здесь? Затем за... Затем же, зачем и вы здесь? Артём, прием, слышите? Да, Ульман. Алло, на связи. Сука. Не могу я услышать Ульмана. Надо подняться повыше, может быть, там будет связь. Так. Красотища, да? На красотища только в одном, что вид. А все разрушено. Ну что, пришел момент истины. Ставим прибор, который будет активацией для атаки арт-удара. Наводим на улич этих черных. Да, Ульман, слышу тебя. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Понял тебя, принял. Ну что, надеемся, что будет концовка другая. Нельзя позволить ему. Я, конечно, в этом не уверен, но я думаю, что все-таки, наверное, в редакции будет у меня концовка другая. Хотя все может быть. Да, будет другая концовка. Я добился этого результата. Хотя бы в переиздании. Такого ролика не было в первой части, когда я проходил. Значит, все-таки я сделал очень много позитивного для того, чтобы пройти переиздание именно в альтернативной концовке, не уничтожая черных. Тёма, вставай! Давай, давай, поднимайся, сейчас будем играть в Кубари, называется у нас тут. Судя по роликам, что да, наверное, я добился этого момента. Так. Я бы еще помнил, в какую дверь бы конкретно идти. Понятно. А вот какая из них вот дверь вот правильная? Не сюда точно. Нельзя позволить. Твою мать! Тихо, 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 только не падай. По-моему, те две двери, там нужно было просто упасть и все. И... Вроде как, по-моему, так это было. Я уже, честно говоря, не помню, потому что я старался этого момента мало делать и редко. Так, где я вообще нахрен? А, все, бежим быстренько. Попробуй. У тебя, может, получится? Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Блин, я очень надеюсь, что концовка будет та, которая мне нужна. Я хочу альтернативную прям концовку. Если мне Бог даст, то это будет классно. Так, бежим по кругу. Потом резко идем обратно. Я понял. Давай прощаться. Сдавайся. Никогда. Даже не думай, что я сдамся. Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Сдавайся. Давай, давай, давай.
Тёма, давай, давай, давай. Давай, вставай, 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 вставай. Куда? Все. На, приплыли. Ну что, поиграем еще разок. Погнали. Хотя, я даже не знаю, если честно. И какая из них? Так, наверное, сюда. Да, хотя метро Last Light, конечно же, мы уничтожим всех черных. Это будет истинной концовкой. Аккуратно. Нельзя позволить ему, да? Так, нам точно не туда. Давай, 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 двигаем, двигаем. Вот этот момент, кстати, я не помню. Надо его убивать? Нет, я вот это не помню. Опа. Кто это? А! Я думаю, я сейчас попробую не стрелять. Я сейчас не буду стрелять. Это Бурбон, по-моему. Похож, конечно. Может быть, я ошибаюсь. Нет, я стрелять не буду. Я попробую так. Может быть, я не прав, конечно. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Но я попробую не стрелять. Я не помню, как в конце добиться этой концовки. Вот этот вот момент по поводу убивать черного, нет, я не помню. Попробую не убивать. В тот раз я убил его. Хотя, может быть, это и не влияло на истинную концовку альтернативную. Ну что, смерть? Или жизнь? Полетел, понятно. Значит, его надо убить. Возможно, кстати, я и в этот раз пролечу с концовкой. Что-то мне кажется, что, наверное, я в этот раз пролетел. Хотя я сделал очень много полезного. Вообще, в принципе, я прям дофига сделал по сравнению с первым прохождением своего метро 2010, да? Ну, 2003, конечно, 2009 года игра, да? Ладно. Врагов надо истреблять. Да, это Бурбон. Голос его и причесон как бы подходит. Может быть, конечно же, да. Нельзя позволить ему. Но... Блин, я не знаю. Наверное, я опять ошибся. Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Или как? Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Может быть, его не надо убивать? Подожди. Сомнений и не знает раскаяния. Подожди, подожди. Да, не вырвутся из этого. Я что-то, подожди, не пойму.
Скорее всего, по-моему, я не смог это сделать. Что-то, наверное, не то. Он пришел истребить нас. Остановите его. Сдавайся. Я не подумаю. Остановите его. Да пофигу, я чисто просто. Так, стой. Он должен же там что-то сказать, по-моему. Подожди. Если глава 7 бред называется так, нам должен ответить, что. Идем. Так. По-моему, должна быть концовка нормальная. Может быть, я, наверное, поторопился. Стой. Ну-ка, подожди. По-моему, я, наверное, правильно делаю. Раз. Два. По-моему, я правильно делаю. Наверное, я ошибся в выборе своем. Хан должен, по-моему, там что-то сказать. Должен сказать что-то Хан, по-моему, да. И я должен пожимать свои плоды. Да. Скорее всего, я правильную концовку говорю, ребята. Извиняйте, что переиграл. Да, вот он, черный, все правильно. Смертью. В смысле? Это куда меня там? И не знает раскаяния. Никогда не вырву. Подожди, это сейчас что было? Это сейчас что за момент был? Так, стой, подожди, у меня сейчас башка лопнет, чтобы эту концовку сделать. Если вообще ее возможно сделать. Он разве что ли не умер, этот черный? Что-то я не понял. Вроде должен был умереть. Извиняйте, ребята, если я туплю тут, конечно, в конце. Но просто я уверен, что у нас концовка будет альтернативная. По-моему, я черного не добил, что ли, или как это работает? Стой. Хотя Хан сказал, что как бы все есть. Ну-ка, давай еще раз попробуем. Раз. Два. Три. Четыре. Отвечу. Ну что, смотрим еще раз. Вот Хан говорит, да, все правильно. Лежит черный. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает... По-моему, сейчас я должен решить судьбу черного. Никогда не вырвутся из этого круга. Блин, как давно это было, чтобы... Все правильно. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд. Мира. Мы хотим мира. О! Сделал я то, к чему шел. Все-таки в метро переиздание я добился той концовки, которая мне нужна была. Я это сделал. Очень рад, конечно, я, что в этом переиздании я сделал сказал, правильно. Если мы не покончим с войнами, войны покончат с нами. И я сумел остановить хотя бы одну войну. Тогда я не смог бы точно объяснить, почему я пощадил черных. Но понял. Мои кошмары, в которых я видел черных, были их попыткой связаться со мной. Не знаю, стал ли я первым человеком, с которым они установили контакт,
но я точно не буду последним. Теперь мы действуем вместе. И будущее, наше будущее, расстилается перед нами, как бесконечный тоннель метро. И, может быть, однажды мы заслужим свет в конце этого тоннеля. Ну, свет в тоннеле мы зажгли сами. Наша альтернативная концовка в прохождении игры Metro Redux. В оригинале у меня было чуть-чуть по-другому. Я как понимал, что я также застрелил черного, но ко мне не обращался Хан. И это было ключевым моментом для того, чтобы найти тот аспект, чтобы завершить эту концовку хорошо. Наверное, в том прохождении у меня сыграло то, что я не передал данные, обещанные данные в полис. Соответственно, это был, наверное, ключевой момент, чтобы это не сделать. Но в этом метро я сделал так, как должно было быть. Конечно, я чуть-чуть сомневался, что я просто не помнил того момента, нужно ли убивать черного или не нужно. Но в итоге его нужно все равно убить, и он остается живым. Но при этом у нас есть 20 секунд для того, чтобы сделать детонацию на улей черных. Мы приняли правильное решение, но разработчики сделали то решение правильным, когда мы уничтожаем черных. Но я выбрал свой путь и закончил именно так. Ну что, ребята, всех буду рад видеть в прохождении метро Restlight и Redux, а также два полковника и история Сэма. Всем, ребята, удачи, берегите себя, подписки, с наступающим Новым годом, удачи, увидимся.